I couldn't sleep. Я не мог уснуть. Я думал об этой работе, которая будет завтра. После всех этих историй, которые я слышал об этом месте, о зле, смерти и пропадающих людях, я не могу остановиться, прекратить думать об этом месте, если правда о всех этих историях. Да. Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Сегодня мы поиграем в игру Касаделла. Это очередной инди-хоррор, созданный на движке Unity. Великолепный, на самом деле, движок. Один из моих любимых, потому что на нем создаются по-настоящему крутые вещи. В основном все зависит от прямоты рук. Ну и что, давайте начинать. Надевайте наушники, задергивайте шторки. Будет очень круто. Мне рассказывали про эту игру не один раз и не два. Говорят, что она крайне страшная. Don't get in. Не входи. А я войду. Я войду. Приступаем. Управление крайне сложное. WSAD, пробел и escape. Хорошо. Где я? Включите генератор, чтобы осветить станцию. Что это за станция? Генератор у нас опасно, напряжение. Так, подожди, а что у нас тут? Ладно, это мы сначала возьмем. А генератор вот он там. Хорошо, туда пойдем. Что это за место, по сути? То есть он говорил, что у него на следующий день будет эта работа. Но мы видим, что не день. Мы видим, что ночь. Здесь лежит маленький, противненький ключик. Хорошо. Грядет буря. И завывание ветра не предвещает ничего хорошего. Завывало так, что сложилось впечатление, что это повизгивала непонятная женщина. Хорошо, я думаю, все будет как надо. Так, один вентиль до сих пор отсутствует. Новый ключ. Мини-ключ. Фонарик. Круто. Батарейки садятся. Так, в комнате начальника. Хорошо, пойдем. На самом деле это очень печально, но фонарик ни капля не помогает нам в освещении этого места. Ну, чуть-чуть помогает, но не больше. Так, склад туда. Туалеты. Не позволяй этому увидеть тебя. Тихо. Еще один, смотри. Так, хорошо, давай в женский зайдем. Лампочки нет. И что? Я электрик, что ли? Зачем мне лампочку вкручивать в туалете? Вот еще один ключ. Я этих ключей набрал уже, просто мама не горюй. Не знаю, пора кольцо какое-то найти, чтобы связка была. Ладно, все хорошо. Администрация. Тут что ли? Пойдем. Вот и вентиль. Хуй твою мать! Генератор 4213. Крайне сложный код. Ой. Твою мать. Как обычно. Вздрогнули. Привычно вздрогнули, можно сказать. В последнее время это уже вполне себе обычное для меня явление. Потому что хорроров 4213.
Чё так темно стало? Офигеть. Блин. Так, чё, вернёмся? Блин, крутая игра. И да, я не могу ходить быстрее. В комментариях обязательно напишите, почему ты так медленно ходишь. Так, поверните вентили в правильном порядке. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. Убегай. Я бы с радостью, но какой в этом смысл? Нам же нужны кирпичи. Ой-ой-ой. Что-то как-то ты не особо работаешь, я посмотрю. Закрыто. Ты сдох? Да нет, вроде нормально работает. У нас есть сохранение? Что-то мне как-то страхово. Хорошо, теперь мы можем пройти туда. Зачем нам нужно было в туалете вкручивать лампочку, я не понимаю. Рельсы. Кем я работаю, что мне ночью нужно по таким вот ужасным местам ходить? Это же охранником, что ли? Или электриком? Санитариус. Сайда. Ой-ой-ой. Генератор перегревается. Убирайтесь со станции, пока он не взорвался. О, время пошло. Офигеть. Подожди, а где ключи, получается, все? Не смотри на это. У нас один мастер-кей. Скрю-драйвер, отвертка. Куда нам ее применить? Тихо. Я не хочу бегать. Не смотри назад. Найти код нужно, чтобы отпереть эту дверь. Какого черта? Ой, твою мать. Здесь небезопасно. Да я заметил уже, блин, мне... Мне надо валить отсюда, прежде чем я взорвусь. Лампочка зачем-то. Зачем, если у меня есть фонарь? Ой-ой-ой. Так, что за панель? Кода нет нигде тут. Короче, понабрали мелких ключиков. Давайте теперь с их помощью попробуем. Ноуп. Сюда панель нужно вставить. Все, побежали уже. Этот по-прежнему не открывается. Это тоже. Хорошо. Да какого хрена? Ну что ж ты, блин, постоянно следишь за мной, а? Хорошо, где у нас могут быть еще двери? Включил генератор на свою голову. Сейчас все рванет. Япона, мать, опять в туалет придется идти. Какого черта вообще? Да, знаю я, да. 2-3-3-1. Побежали туда. Потому что больше дверей нет. Давай быстрей. 2-3-3-1. Enter. Вот! Твою мать, что это было? Ой, бля, муха. Ретрай? Что, с самого начала? Да, с самого начала.
Давайте на этом прекратим, наверное, в следующей серии. Постараемся все сделать как надо. Ну, что я могу сказать? Хоррор определенно достоин внимания. Так потихоньку, помаленьку, я думаю, мы его и добьем. Надеюсь, вам понравилось. Блин, я что-то... Ладно, увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.